16 мая в ресторане «Москва» города Каспийска состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Республики Дагестан при Народном собрании под председательством Заура Аскендерова. На повестке дня были подняты вопросы о реализации дополнительных мерах социальной поддержки граждан России, призванных на военную службу по мобилизации вооруженные силы страны и предоставляемых муниципальными образованиями региона, принимающих участие в СВО на добровольной основе и членов их семей, реализация государственной программы комплексное развитие сельской территории, а также о работе по противодействию пропаганде в молодежной среде, идеологии терроризма и недопущению несанкционированных протестных акций в муниципальных образованиях. Началось собрание вступительной речи Заура Аскендерова. Он рассказал о целях проведения подобных встреч. Он позволяет повысить эффективность взаимодействия парламента республики с представительными органами муниципальных образований, а значит и населения. Об этом еще будем говорить с вами, о роли и важности этого собрания. И думаю, вы согласитесь, что в сегодняшнее время актуальность требует того, что муниципальное образование и органы власти муниципальных должны быть более посвящены и погружены в повестку. Кроме того, спикерами также выступили глава Каспийска Борис Гонцов, заместитель председателя Совета представительных органов муниципальных образований Республики при Народном собрании Гересхан Гересханов, заместитель председателя Народного собрания региона Камил Давдиев, председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов и многие другие. В ходе встречи было решено принять необходимые меры по реализации дополнительной социальной поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, а также граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе, создать муниципальные центры поддержки участников СВО и членов их семей и определить ответственных лиц, координирующих межведомственную работу по решению вопросов участников СВО и членов их семей, а также сформировать социальные паспорта. По всем вопросам также были приняты соответствующие решения. Стоит подчеркнуть, что организаторами выступили аппарат Народного собрания Республики Дагестан, администрация города Каспийска, собрание депутатов муниципалитета и комитет Народного собрания региона по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.